В настоящее время перевозки пассажиров в пределах республики, которые имеют важное социальное значение для населения, являются убыточными. По оперативным данным Белорусской железной дороги, за 10 месяцев текущего года убытки от перемещения пассажиров на поездах региональных линий эконом-класса превысили 1,2 миллиарда белорусских рублей. С января 2013-го повысится стоимость и билетов на Россию в среднем на 9-24%, в зависимости от календарного времени поездки, расстояния следования и категории поездов. В сообщении с Украиной тарифы не повышаются.